Друзья, всем привет! Это следующий день, новый тазобудник. Сегодня у меня опять небольшая появилась работенка. Будет небольшой ремонт, начал уходить тормозуха. Посмотрел, уровень все меньше и меньше. Снизу посмотрел, подтеков нету. Так-то сцепление работает, когда нажимаешь, все нормально, но жидкость уходит. Походу придется менять главный цилиндр сцепления. Ему уже 20 лет, я думаю, уплотнители, ну, поддубели, ну и идет небольшая утечка. Сейчас надо будет посмотреть, походу в салон идет жидкость, потому что это постоянно доливать тоже не вариант. Ну, а прежде чем начнем, я хотел вам показать мою посылку. Вот такую вот посылочку мне отправили. Компания ВМП Авто предоставила мне на обзор такой вот набор продукции. Тут у нас для пластика. Также вот такая мастер-смазка Валера. Будем, кстати, испытывать. Ну и мой любимый чернитель шин, это у нас автокосметика. Вот такие вот пасты для рук, после грязных работ, так сказать. Силиконовая смазка идет в комплекте у нас, универсальная. Кстати, нужная вещь, когда зимой заезжаешь на мойку, с мойки выезжаешь, и дверь уже на морозе не открывается. А силиконом прошелся, раз, и все уже открывается. Так, это у нас присадка, ресурс, будем заливать его в комби. У нас там кольца уже на комби подсели, движок дымит. Смазка для суппортов тоже пригодится. Так что, друзья, вот такой вот набор продукции от ВМП Авто. Так, что у нас тут за проблема? Где же тут утечка? Угу, все, нашел, вот она. Получается, под коврик пошла жидкость. Вот она. Сейчас будем все разбирать. Иначе здесь все зальет. Опа! Все, снял. Также в салоне снял вот этот шплинт, все отсоединил. Так, ну вот главный цилиндр сцепления. Шланг старый уже, видите, тут даже хомуты заводские еще, ленточные. Здесь вот, скорее всего, была утечка, куда шток сам давил. Жидкость пошла. Так, здесь стопорное кольцо. Вот его надо снять. Только здесь все прикипело. Испытаем вот этот очиститель. Поможет, не поможет очистить. Вон такой вот весь ржавый здесь. Стопор прикипел. Сейчас испытаю. Наконец-то снялось все это дело. Ой, тормозухи сколько. Thank you.
Вроде как очищает. Вот сам поршень. Здесь тоже есть коррозия. Да, коррозия есть вот с края. Вот этим средством я все промыл. Очиститель тормозов. Ну, идеально, она в нужный момент мне помогло. Видите, она очищает хорошо, тем более обезжиривает. Сейчас пойду руки отмывать. Паста для рук. Как раз у меня сейчас руки все грязные. Отмоет, не отмоет вот эту грязь. Удаляет пыль, сажа, масло, смазки, битум, краски. Окей, сейчас посмотрим. Вот моя уличная мойка. Сейчас будем это дело отмывать. Так, смотрим результат. Смотрите, какие руки. Ну, идеально чистые. Сухие такие. Так, ну что, друзья, на сегодня все. Вот такой получился небольшой влог. Завтра куплю запчасти. Может, возьму манжеты, может, возьму главный цилиндр сцепления. Завтра все поменяю. А у меня на сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь и до следующего выпуска. Всем пока. И тут я подумал, обычно мы реставрируем, и это статика. А вот...